Вот он. Что-то у него тревожный вид. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить мед. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Только теперь смотри мне, давай-ка поаккуратнее с этим нитеметом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Чего такой хмурый, не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает. Ну, вроде все. Ладно. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к северным вратам. Прощай, осторожность. Когда мы возвращались с охоты на падальщик, на нас напал отряд рыска. Побыстрее. Испытание пройдено.
Берем, пока есть. Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное не важно. Так что случилось? Ногу поранил? Дело не во мне. Моя дочь Арана в опасности. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Я даже встать не могу. Тем более идти за ней. Ты поможешь. Так она пошла к колыбели матери? Да. На юго-восток. Я и запретил, но с тех пор, как умерла ее мать, она совсем не... Что за жизнь? Был вдовец, теперь калека. Не могу найти родную дочь. Она охотится на... Я виноват. Это копье... Я постараюсь. Пожалуйста, найди ее. Из этого можно сделать зелье. Это Арана. Она в опасности. Я не могу слезть! Эй! Умоляю! Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье. Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он не нарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Отец за тебя очень волнуется. Да он волнуется, даже когда мне надо по нужде в кустике отойти. Он не хочет тебя потерять. Я знаю,
Просто лучше он орал бы на меня поменьше. Как ты здесь оказалась? Я шла по следу падальщика. Почти догнала, но меня заметил рыскарь и позвал своих. Великая мать, неужели он... Правда? Вернись к отцу. О, нет. Тогда я побегу. Живучая травка. Ты мне пригодишься. Здесь след Арана обрывается. Наверное, тут она и увидела падальщика. Пойду за ним, найду и копью. Колыбель матери. Вот он. Ну что, вперед. Thank you.
оружие. Арана так обрадуется. Это я беру в дорогу. Найду тебе применение.
спокойно. Сначала ты вернула мне рану, а теперь и копье нашла. Когда я позвал тебя на помощь, я даже не знал, станешь ли ты слушать. Я так рад. Я тоже. Даже не верится, что ты его нашла. Твоя мать была мастером. Это прекрасное копье. Мне до нее далеко, но пару секретов она мне приоткрыла. Буду рад взглянуть на твое копье. Спасибо. Ты очень ее любила. Я тебе соболезную. Ну, благодаря тебе. У меня хоть осталось ее копье на память. Ты очень помогла нам. По своей воле. Она бы это оценила. Спасибо тебе. За все.